Значит, Владимир Вольфович, включите микрофон Жириновскому. Вы здесь сидите незаконно! Единая Россия! Половина! И за это вас будут судить! Или в следующем году, или через 5 лет! Половина! Незаконно сидите! Дайте протест, мы покидаем зал! Эмоции, успокойте. Это всем говорю. Понимаете? Вот. Эмоции надо успокоить. Вот. Значит, коллеги, переходим к обсуждению вопроса по порядку работы Государственной Думы. И в этой связи хотел задать бы вопрос. У кого есть вопросы по порядку работы Государственной Думы? Пожалуйста. Есть вопросы? Наших детей нужно научиться самим, из себя. Значит, начать не допускать этого хамского поведения. Поэтому, коллеги, просьба одна. Значит, давайте начнем с себя. Значит, ну, Владимир Вольфович... Сейчас переживает, он эмоциональный человек, поступок совершил, а потом будет переживать за этот поступок. Когда вернется, мы ему это еще раз скажем. Значит...